Re, viss ēters ir te. Задержание и другие оперативные действия, которые накануне прошли в Даугавпилсе на территории завода приводных цепей «Дитон», с деятельностью самого предприятия не связаны. Так сегодня латвийскому телевидению заявил председатель совета завода Борис Матвеев. По его словам, в деле замешаны некие арендаторы. На предприятии никакие эти вещи не изымались, потому что в соответствии с решением суда досматривались и изымалось имущество именно тех предприятий, которые, ну, по мнению следствия, имели отношение к вышеуказанному проекту и к получению европейских средств. Завод к этому отношения не имеет. Вот. Я могу вам сказать лично свое мнение. Это очередная пиар и очередная показуха. Кого, не знаю. Кто хотел прославиться этим? Полиция, ЛИА, еще кто-то прославится? Не знаю. О каких именно арендаторах может идти речь, неизвестно. Однако в помещениях предприятия по трем адресам, помимо прочих, зарегистрированы около 10 связанных с заводом предприятий.